Так, моя тема «Горы как живой камень» в географическом воображении Гоголя. И я хочу начать доклад с цитаты для того, чтобы было понятно, о каких горах и почему они живые. Это будет цитата из «Страшной мести» Гоголя, описание Карпатских гор. Это описание открывает 12 главу. И здесь я красным выделила как раз этот образ подвижных гор. Значит, идут рядами высоковерхие горы, гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменные толщи. Идут каменные цепи, и громадною стали в виде подковы между галльским и венгерским народом. Значит, вот этот образ подвижных каменных цепей я трактую как живой камень и постараюсь показать, почему, и постараюсь показать, откуда у Гоголя этот образ. Собственно, я продолжаю тему Вячеслава Всеволодовича Иванова. Я очень рада, что сегодня утром услышала его доклад. Это тема связи поэзии и науки, как он это определил. Я ее формулирую как тему романтической науки. И романтичность науки определяется ее близостью к искусству, а также влиянием на нее натурфилософии Шеллинга. Вячеслав Всеволодович не указал, как-то пропустил Шеллинга в ряду йенских романтиков, но он на самом деле вместе с Навалисом они вот эту природу осмысляли одинаково. Я думаю, что в диалоге даже эта концепция минералогии камня у них возникла. Значит, восприятие природы, каким оно было у Навалиса, во многом созвучно Шеллингу. Они были в том же Йенском кружке, и где за несколько лет происходило объединение и взаимоотношения таких областей, как философия, наука, поэзия. И там были и ученые, не только поэты, не только философ. Значит, и вот если говорить об этом синтезе искусства и науки, то у меня есть еще другой пример. Это в области науки такой синтез осуществляется у Александра фон Гумбольдта. Он естествоиспытатель, путешественник, писатель, философствующий писатель, а в своем синтетическом труде «Космос» он такой географ, мыслитель и историк искусства, живописи и литературы в их отношении к природе. Гумбольдт – создатель современного географического дискурса, обосновавший метод деления физического пространства на регионы, который определял с оглядкой на эстетику пейзажной живописи и называл пейзажами. То есть пейзаж является основной единицей географии, современной географии, я говорю о ней. Значит, и для нас привычный географический дискурс – это дискурс, начатый Гумбольдтом. Его современник и выдающийся систематизатор географии Карл Риттер – его, как и Гумбольдта, считают отцом современной географии. Он был более таким кабинетным ученым. Всю жизнь писал один труд большой. Назывался он «Землеведение в связи с природой и с историей человека» или «Всеобщая сравнительная география». Вышло 18 томов, и он успел описать только Африку и Азию. То есть очень подробно описывал все, рассказывал о всех особенностях географического мира, этих частей света, от контура континентов до обитающего там человека. И вот такой ученый, как Риттер, вслед за Шеллингом, повторял, что природа — это поэма, это божественный иероглиф, который географы должны разгадать. Вот он не думал, что в этом их призвание. Поэтому особенность романтической науки, проникнутой этим натурфилософским пафосом, состоит как раз в том, что она верила в божественную первопричину всего, что творится на Земле, и отсюда
вот то пронзительное чувство радости бытия, о котором говорил Вячеслав Всеволодович, свойственно Навалису и Шелеву. Камень природный в самом деле не противоположный камню культуры. Это древний камень принадлежит к области природных монументов на пути человека к его самосознанию. Часть истории становится, то есть это часть истории становления человеком. Вот так Шеллинг представлял для себя природу. Монументы — это его понятие. Живой камень в эпоху романтизма — это камень, включенный в непрерывный процесс становления мира природы и культуры. Основание, как бы этот камень, вот и есть основание видимого мира, как об этом писал Гердер в «Идеях философии истории человечества». Да, в «Идеях» есть глава, название которой в русском переводе 827 года звучало так: «Планета нами обитаемая, есть непрерывная цепь гор, возвышающаяся над поверхностью водною». Вот эта глава была напечатана в «Московском вестнике», и в этой главе мы читаем: «Если мы рассматриваем Землю как сцену истории человеческой, то должны согласиться, что Творец весьма мудро не в движении шара положил причину образования гор, но уставил для сего другой закон, нами еще не открытый». Значит, горы, вот в такой, да, можно интерпретировать, что для Гердера горы — это как бы материал горы или камень, да, твердь в руках Творца, но и объект научного познания, вот он говорит, что мы еще не открыли этот закон, по которому они располагаются на поверхности Земли. Гердер предложил смотреть на мир как на взаимодействие природы и человека, когда природа определяет духовный мир и историю человечества. И это из той же самой главы, и то, что можно было прочитать, вот и Гоголь мог это прочитать в «Московском вестнике», я уверена, что он прочитал, потому что следил за публикациями там. Сама природа назначила моря, цепи, горные реки гранями для стран, для народов, их образа жизни, для языков и государств. Во всех великих переворотах бытия человеческого они служили путями направления, или лучше сказать, пределами для всемирного истории. Пусть и иначе прострутся горы, польются реки, улягутся моря, и другую, совершенно другую картину раскроет нам шумное зрелище народов. Романтическая география того времени, да, Гумбольдт и Риттер в первую очередь, перенимает эту гердеровскую концепцию. А Гердер интересовался географией, он преподавал географию, написал статью о том, как надо ее преподавать. И вообще-то на географическом материале выстроил всю свою концепцию вот этого связи природного мира и человека. Да? Потом, значит, она географию перенимает концепцию Гердера и потом сочетает ее с натурфилософией Шеллинга. И у Риттера во введении в землеведение в 1818 году есть вот такое утверждение о том, что, познавая природу, географ проникает в тайны и выше замысел творения. Да? И это Риттер: «Земля независима от человека, она и до него, и без него есть театр явлений природы, следовательно, от него закон ее форм и произведений исходить не может. В науке о Земле нужно в ней самой доискиваться ее законов. Воздвигнутые на ней природой монументы должны быть рассмотрены и описаны, их иероглифические надписи и конструкция разобраны». Вот здесь опять же повторяется это шеллинговское понятие монумента, природного монумента. Да? Это монумент человечества, да, каким он был еще до сознания. И именно такой географией увлекается Гоголь. Вот именно такой географией. То есть никакой, как, то есть,
нас учат в школе, то есть нас учат, может быть, и примерно такой географии, но не такой, как тогда учили в школах, где все было систематизировано и мало места для поэзии. Это увлечение Гоголя нашло выражение в его ранней статье 31 года «Несколько мыслей о преподавании детям географии», в которой он изложил, и прошу мне поверить, я не смогу это теперь доказать за неимением времени, он изложил все основные идеи романтической науки географии, сделал это, опираясь на считанное количество текстов, опубликованных в Московском вестнике и в Московском телеграфе. В телеграфе статья писалась из таких практических соображений. Гоголь хотел получить место преподавателя в Институте благородных девиц, хотел зарекомендоваться вот перед своими покровителями Жуковским и Плетневым. Те поверили, что на самом деле является у него призвание быть педагогом, и что он хочет отличиться на этом поприще. Статья буквально правительская, потом ее соотносили с «Космосом» Гумбольдта, однако до издания «Космоса» еще в Германии надо было, оставалось еще 15 лет. И вот в этой статье у Гоголя там много о картах говорится, и предлагается такой метод обучения детей. Значит, начертив вид части света, воспитанник указывает все высочайшие низменные места на ней, рассказывает, как разветвляются по ней горы и протягивают свои длинные безобразные цепи. И в этом смысле, пишет Гоголь, можно с пользой употреблять Риттерово, то есть барельефное изображение Риттера, хотя оно не совсем еще удобно для детей по причине неясного отделения света от теней. Вот это изображение, барельефное изображение Европы Риттера, очень редкое, осталось очень мало экземпляров. Один экземпляр в Москве, другой в Санкт-Петербурге. Эти шесть карт на самом деле произведения картографического искусства, но они не отсканированы, не оцифрованы и для всех закрыты. Да, только для тех уже, кто пришел и заказал саму книжку. Да. Эти карты были переведены Погодиным в 1929 году. Вот, как видим, Гоголь подвергает их критике. Минуточку. Да. И он говорит, что лучше сделать настоящий барельеф. Потом он предлагает сделать настоящий барельеф. Значит, И вот такая интрига появляется, потому что он пишет эту статью как раз в то время, когда работает над вечерами на хуторе близ Диканьки. «Страшная месть», вот, из которой я цитировала этот кусок о Карпатских горах, она начата как раз после статьи, то есть в 1931 году, относится ко второй половине 1931 года, статья напечатана в январе. И вот эта перспектива, с какой нам подано это описание, то есть горы, да, она до этой статьи не появляется у Гоголя. То есть были написаны другие повести «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», «Сорочинская ярмарка». В них нет вот такой перспективы, чтобы можно было наблюдать весь горный массив, как это сделано у Гоголя, или же наблюдать такое пространство, как это есть у Гоголя, когда он в той же самой повести, когда он описывает, я бы сказала, географическое чудо, когда, цитирую, «вдруг стало видимо далеко во все концы света». Перед уже самым концом. Вот здесь иллюстрация к этой повести Гоголя, литовского художника Гедриуса Йонайтиса. Он попытался как бы показать вот тот, все, что описано во время чуда. Это трудно передать средствами
рисунка, но тем не менее вот он попытался это сделать. Вот такое пространство. Да? И, кстати, Лотман, Юрий Михайлович, в хрестоматийной статье о пространстве, художественном пространстве Гоголя писал, что следует признать, что не всегда фантастическое пространство в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» приобретает эту перспективу сверху вниз, которую он соотносил с признаком фантастичности. Вот. И как исключение он указывал на «Ночь перед Рождеством», когда Вакула поднимается на черте до Луны и летит в Санкт-Петербург. И вот я это исключение объясняю тем, что Гоголь тогда еще не был знаком с этим картографическим взглядом и с этим картографическим видом Земли, который предлагает географическая карта. Значит, а потом, когда эта карта появилась в его, так сказать, в сознании, и он стал размышлять о Земле в категориях романтической географии, а это он стал делать, потому что углубился в географию в связи с этой статьей, вот эта перспектива и появляется. Ну и доказательством вот этого я считаю совпадение, которое на самом деле существует между описанием Карпат у Гоголя и описанием Карпат у Риттера в шести картах Европы, потому что, когда речь идет о европейских горах, он каждому горному массиву посвящает отдельную очень маленькую главку, и вот о Карпатах там сказано, что они простираются со своими высокими гранитными утесами по возвышенному основанию, ну и так далее. Такой язык перевода не самый гладкий. Погодин говорил о том, что мало географической литературы, на которую можно опереться, когда переводишь вот такие специальные тексты. Вот здесь я хочу показать, что структура описания горного массива у Риттера и Гоголя совпадает, буквально последовательность определенных моментов. Сначала у Риттера идет вот это, как горы простираются со своими высокими гранитными утесами, у Гоголя идут рядами высоковерхие горы. Потом Риттер упоминает, что они простираются через Седьмиградскую область и Валахию. У Гоголя написано «Валахию в Седьмиградскую область». И потом в конце есть об озерах, и Гоголь заканчивает свое описание. Раздольный и великий есть между горами озера, как стекло недвижимы они. Значит, описание у Гоголя, конечно, художественное, и оно сильно отличается от описания Риттера, но я думаю, что вот сама последовательность как бы доказывает источники географической информации, на которую Гоголь опирается. Да. И я еще хотела бы вернуться вот к этой теме Навалиса, как знатока камней, потому что мотив минералогии есть и во второй редакции статьи Гоголя, которая вошла в арабески. Но, может быть, у меня нет уже времени. Вы следили? Я не очень подслежу. 17 минут. Могу рассказать еще. То есть я это немного совсем, просто на цитатах могу показать. Значит, в арабесках появляется новая главка. Гоголь сам ее называет «Подземная география». Да, и вот как он об этом пишет. «Не мешало бы коснуться слегка подземной географии. Мне кажется, нет предмета более поэтического, как она, хотя совершенно понять ее может только возраст выше». То есть, потому что он говорит о преподавании географии детям. «Тут все явления и факты дышат исполинской колоссальностью. Здесь встречаются целые массы. Тут на всем отпечаток величественных потрясений Земли. Душа сильнее чувствует великие дела
дела Творца. Простите за маленькую букву, но это цитата из собрания сочинений. Конечно, это должно быть с большой. Тут лежат погребенными целые цепи подземных лесов. Тут лежит в глубоком уединении раковина и уже превращается в мрамор. Тут дышат вечные огни, и от взрыва их изменяется поверхность земли. Часть этих явлений, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя, чтобы не тронуло его воображение. Этой подземной географии предшествует у Гоголя кусок, в котором есть описание того, как надо говорить о внутреннем составе гор. И здесь он начинает буквально играть вот цветной палитрой слова. Я попыталась выделить вот эти краски, чтобы было видно, как все это воссоздает многоцветную картину внутреннего состава горных цепей, значит, чтобы он знал, что такая-то цепь из темных и твердых гранитов, что внутренность другой белая, известковая или тарам-парам, желтая, темная, красная или, наконец, самых ярких цветов земель и камней. Вот объяснение и аналог этому я нашла у Берковского, когда он писал о Навалисе, потому что Навалис был сильно увлечен минералогией Вернера. И как Берковский это объясняет, что в минералогии Вернера забушевали краски, которыми так скудна была культура XVIII века. Бушевание это вошло в нее не через искусство, но, как ни удивительно, через классификацию явлений, принятую в одной из наук. Думаем, пишет Берковский, что именно с этой стороны живописной своей минералогии, утонченностью, утонченностью созерцания и наблюдения стал дорог Навалису Вернер. Так сложно сформулировано. Значит, история Земли, вот как она предстает в генеалогии, это та же самая тема Навалиса, когда он восхищается вот минералогией, кристаллами, там, кристаллизацией и так далее, как рассказывал Вячеслав Иванов. И так получается, что все эти каменные цепи в географическом пейзаже Гоголя через свои генетические связи с философией, с географией восходят к натурфилософскому камню у ранних немецких романтиков. И я благодарна организаторам конференции за то, что я здесь оказалась и смогла это понять. Спасибо за внимание. Спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос. Как вы объясните, что горные цепи, увиденные картографически, Гоголь называет безобразными? Может, он имел в виду не безобразные, а безобразные? Что он имел в виду, я не знаю, я сама ставлю это ударение уже так, мне кажется, что они безобразные. Связываю это с тем, что на самом деле Гоголь больше любил итальянские холмы, нежели Альпы швейцарские, которые он проезжал. И в Риме есть у него, там, когда князь едет из Рима в Париж, ему не нравятся эти горы, они как раз безобразные, кажется, ему. Понимаете, на протяжении веков до конца 18-го все думали, что горы — это самое, что ни на есть, безобразное в природе, то есть хаос. А потом изменилось. Вот появился этот пафос возвышенного, и тогда их стали трактовать как нечто, уже имеющее смысл. Может быть, с этим больше связано.
Я сейчас, да, в связи со своими картинками перечитывала письма Гоголя к Жуковскому о Святой Земле. И там другие живые горы. Потому что Святая Земля для Гоголя мертвая земля, потому что она наказана дворцом. Но горы, и дальше я не цитирую, но близко к тексту пересказываю, напитаны влагой и ждут своего часа. Так что в любой момент, когда на них упадет что-то живое, они моментально процветут. Вот, так что горы разные, ясно, что здесь живые, как будто бы склонные к движению, но, я не знаю, это немножко, конечно, другое время, чуть позднее, но у него есть другие живые. У меня довольно косвенная реплика, но к тому, что вы сказали, что так сказать, горы представлялись как безобразная часть природы, вы знаете, это имеет довольно глубокие корни в так называемых дуалистических мифах, ну или на русском материале это легенда о сотворении мира, так сказать, вот черт постоянно мешает творить мир, и в частности, когда, значит, Бог творит землю, он, черт творит горы. То есть это как бы плохая земля. Да. Спасибо большое.